Три настольные игры с детства. Мафия. Нарды. Вот! Мафия, нарды и шахматы. Вот это все. Назови три героини литературных произведений. Катерина Островского. Василиса Прекрасная. И последняя. Хорошо. Три многолетних цветка. Роза, тюльпан, гиацинт. И три фильма ужасов. Последний вопрос. О, это мое любимое. Оно. Астрал. Аннабель. Все, абсолютно просто. Аплодисменты, все, спасибо. Это был номер 27. Простые вопросы остались. Назови три вида зерновых. Первый вопрос. Мы прослушали. Простые виды зерновых. Пшеница, ячмень. 5, 4, 3, 2, 1. И... гречка. Следующий вопрос. Назови три украинских блюда. Голодные люди кричат. Я не знаю, крысу, кухнер. Ты думаешь, там вам девушка знала три вселенные? Три блюда хохлянским. Ползала мы все. Ладно, идем дальше. Назови три вопроса. Тихо. Назови три способа попасть на экран на трансляции во время спортивных мероприятий. Зеленых предметов. Мой зонт, трава и майский жук. Назови три производителя игрушек.